وقد زعم قوم بأن عذاب القبر لا يتصور حيث لا تتصوره عقولهم. Группа людей утверждает, что невозможно представить это наказание или блаженство в могиле, так как наш разум не позволяет это, не может представить. فهم يقولون, они говорят, لو بحثنا عن أحد من المقبورين لوجدنا عظامه باليا. Если мы начнем копать и посмотрим, то найдем, что его кости уже исчезли. ولم نجد شيئا من علامات النعيم أو العذاب. И не нашли никаких признаков наказания или блаженства. وهذا رأي المعتزلة, это мнение معتزليته. ومن قال بقولهم في عصرنا الحاضر, и мнение тех, которые последовали в этом معتزليتهم, كجماعة التحرير, подобно جماعته حزب التحرير, они отрицают могильные муки. قال ابن البنا رحمه الله, ابن البنا в книге الرد على المبتدعة говорит, المعتزلة تنكر عذاب القبر. معتزليتي отрицают могильные муки. وإحياء الموتى, также отрицают оживление мертвого, имеется в виду в могиле. في قبورهم, то есть в их могилах. وسؤال منكر ونكير, и отрицают спрос ангелов Мункара и Накира. وقال الآجري, الإمام الآجري رحمه الله, после того, как упомянул хадис относительно могильных мук, сказал: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث. Какое же плохое положение у того, кто отрицает или считает ложью эти хадисы, то есть которые пришли относительно могильных мук. لقد ضل ضلالا بعيدا. Этот человек далеко заблудился. وخسر خسرانا مبينا. И потерпел явный убыток. Этот человек потерпел явный убыток.